Русскую? Я вот русскую играл как раз. С русской озвучкой. Достаточно неплохая. Ну, могло быть хуже. Могло бы быть как Call of Cthulhu новый. Одноголосый. Также прям. Прям охуенная озвучка. Из подвала, из какого-то. Хер знает. Короче, ладно. Давай. Поехали. Уровень длинный. Ой, отличнее было. Это Кириллюс. В смысле? В смысле смогут продать? А что, есть позывы на то, что не смогут? Это ж Sony. Конечно, блять, они смогут. Тут надо очень постараться, чтоб не смочь. Бак коллектед. У Sony игры чтоб говно были. Ну ты скажешь, что ж. Ну вот что они могут показать там на презентации? Они же ведь могут показать Horizon 2. Они могут показать God of War. Рагнарёк. Это не будет его. Я в общем уверен, что его не будет. Но это будет слишком люто, если он будет там. В смысле никому не нужен? Привет, Райс, мне нужен. В смысле нет? Мне орден нужен. Я хочу продолжение посмотреть, но его не будет, потому что он нахуй никому не нужен. В целом. После того, что в прошлый раз было. Ну, в плане... Ой, а у меня есть сьют. Ну, когда они, короче, это... Запилили игру за 3К. И она проходила за 6 часов. Как-то люди обиделись на это. Помнится. Вот честно, я не верю в то, что будет вот... Чё-то многие, блядь, говорят, что будет, короче, Demon's Souls. Я не знаю, почему все так уверены, что будет Demon's Souls. Ремастер. Вообще, блядь, не понимаю этого. Схуя, какие-то посылы были, кто-то говорил что-то. Я почему-то верю, что будет Айка. Айка ремастер. Просто. Вот почему-то мне прям видится это. Ну, я имею в виду от этих, от Blue Point, или как они там называются. От которых все почему-то ждут Demon's Souls. Хотя они вроде как-то, блядь, не пришли, не пристегни с From Software, я их хз. С этими как раз наоборот. Создателями Shadow of the Colossus, Сайка. И вот это же тоже, кстати, то, что Bloodborne покажут, типа. Bloodborne на PS5. Зачем? Типа его на PS4 не было, что ли? Чё? Чего показывают? Покажут 2 секунды, блядь, пойди.
Что типа, оно есть, все. Все, всем спасибо. Оно есть, всем спасибо. Блять. Это, короче, дилемма. Давай я сделаю так. Потрачу это и возьму огнетушитель лучше. Блять, да какой пистолет-то, ёб твою мать. Дурак, блять. С огнетушителем-то попрактичнее будет. Бля, пистолет опять начал падать, ёб твою мать. Чё? Докатились, ёб. Еще люди говорят, что будет, короче, Silent Hill. Я такое ощущение, что люди, блядь, просто это с ума нахуй сошли все, блядь. PlayStation 5 будто бы PS1 будет. Resident им подавай новый. Silent Hill им подавай новый. Давай еще Tomb Raider новый за анонсом на Unreal Engine. Вообще тогда будет норм. Сразу, блядь, всю линейку PS1 игр, короче. Запихнем основную. Текен давай тоже, ёпта. Ну норм же Текен-то. Так. Чё ещё там на PS1-то был такого прям знакового? О, прикинь, блять, короче, сегодня этот. На презентации, короче, PlayStation появится Capcom, а они там появятся. И они покажут внезапно Dino Crisis. На PS5. Вот это я хуею. Вот это я хуею. Драйвер, да-да-да, ремейк драйвера. Такой же ядрёный, чтоб из гаража не выехать. Мечтать не вредно, но хуй знает. Презентация хайповая. Поэтому кто его знает, что там, блядь, будет на самом деле-то. Так, ну пойдем, ладно, в этот закуток зайдем. Головин. Я ж попал, алё. Да нет, она там будет в любом случае. Там, говорят, Electronic Arts придут. Так что, блядь, она там будет. По-любому. Там будет FIFA. Какой-нибудь NHL. Madden. Только вопрос, каким это боком будут показывать. Длинный ролик или просто нарезка того, что оно как бы, да, будет. Лучше, конечно, нарезка. Что я слышал, что у них вроде как у FIFA новый движок, что ли, меняется, ёпта, в каком-то веке, что ли, блядь. Эго. Гран-туризм будет по-любому. А они уже случайно спалились. Они на сайте, короче, логотип запилили, блять, игры новые. Гран-туризм 7, блять. Чё у меня вебка хуйню опять страдает? Случайно, короче, это логотип запостили. Гран-туризм 7. И через минуту, короче, его убрали. Но люди успели запалить. Ну, через минуту, ну, короче, люди увидели.
Так что... С вероятностью большой Гран-Туризмо нам покажут. Ты, блядь, ну ты... Ну это очевидно, что оно будет. Каждый, блядь, старт PlayStation был с Гран-Туризмо. Чё? В смысле? Чё бы его не было-то? Так они, блядь, прям шифруются. Ой, ебать. PS2 была на старте, точно. PS3 на старте точно была. PS4 на старте точно была. И чё? Чё мы шифруемся? Твою мать. Нахуй его схватил. Тридцать один враг еще, это серьезная игра. Должна быть в 11. Вопрос где? На Твиче, на Ютубе. Где-нибудь там у Sony. Ой. PS VR не будет, я, блядь, больше чем уверен. Ну а смысл? Смысл? Новая консоль. Сразу на нее впихивать VR. Они даже не знают, как она продастся. Как бы, ну... Особенно за такую цену. А тем более еще сейчас, я хер знает. PS5 по-любому будет стоить дороже 30. Я думаю, 40 где-нибудь. Ну просто, ну, блядь, для нашего региона хотя бы. Ну потому что, блядь, ну а кто здесь ее будет покупать за 52? Как вчера говорили. Типа на Амазоне, что ли, выложили уже предзаказы вроде как. Чё там 500 фунтов стерлингов, блядь. Ну короче, 52 тысячи где-то. Ну, такое. Блин. Дим, понимаешь, ну, блядь, ну на фанатах что, они проживут, что ли? Им же нужна это... Как бы в массовость консоль пустить. Да хуй знает, изи не изи. Как у них, я еще раз повторюсь, PS3 было? У них консоль вообще не продавалась нихуя. Пока они цену не скинули. Да и то хз. Как бы ущерб уже был нанесен. Это Фронзи. Тоже. Не, ну я на старт тоже брать не буду. В любом случае, как ни крути. Но мне хер не упилось на старте. Когда я, блядь, ни игр нету, ничего. Я консоль беру в том случае, если, ну,
она по играм мне окупается. То есть, ну, если... У меня такой принцип, знаешь, типа, если стоимость всех игр, которые мне нужны, превышает стоимость консоли, то брать консоль стоит. Иначе нет. Просто. Красавчик. Красавчик. Нашел время, блядь, болеть. Я совсем ебанулся. Так, извините меня. Как, что у тебя там, воспаление легких было? Чё? Бронхит, что там у тебя был? Забыл, что-то сказал я. Я уже перестал слушать. Ебать, ебать! Пневмония! Еб, ну шо там? Нихера затормозило как все. Я даже стрелять не смог. Так, где-то я тут хилку видел, вроде недалеко. Мне бы ее это спиздить, потому что, ну, что-то это... Что-то как-то меня больно покоцали. Здесь вроде было. Блять, три врага осталось. Где они? Надо будет один этаж пропустить. Твою мать! Конец этажа. Там что? Что со мной? Да просто устал что-то. Все. В принципе, все. Просто устал что-то. Заебал все. Решил дома полежать. Нахуй. Етить твою мать, да ты посмотри на это, ну. Целый быстрый палец, блядь, на Диком Западе, нахуй. Сколько там выстрелов-то было, блядь. Где тут выход, может быть? Я хотел один этаж пропустить, чтобы патроны сэкономить. Что я уже чувствую, что у меня сейчас это... Напряги с патронами будут. Будь человеком, Данечка, купи ружье, блин, заебал. Помоги этому миру. Хуй пойми, куда пошел.
Вот пойдем прямо просто. Козел, нет. Да сика, блять, слышь. Вот, блять. Так, не буду обследовать. Ущу этаж, как уже сказал. Я потом сюда вернусь. Я подозреваю, что вон там выход. Либо вот тут вот справа, либо вон там он сверху. Вполне себе. Шо, варианта могут подойти. Пойдем, блин. Тихо. Чуть дальнему пропечатал тоже, блин. Так. Ах, нихуя тут. Кто-то. Здесь, блядь, в этой игре один косяк. Если ты предмет подбираешь, короче, звук срабатывает подъема предмета. А дальше беда. А дальше беда. В том плане, что если враг появляется в этот же момент, как ты берешь оружие, то ты не слышишь, как враг появляется. Не справляется сешка. Да, я хотел перепрыгнуть. А. Бля. Вот самый идиотский прогноз. Что Sony может еще показать? Вот самое идиотское, блядь. Мне кажется, Little Big Planet покажет. Просто это будет... Ну, блядь, что? Причем, блин, как бы это тупо не звучало, они могут показать его. Вполне. Так, я сюда еще вернусь. Floor not secure, это я в курсе. Ой, блять, ты серьезный нахуй? Да одни из нас, я даже не знаю, что они там покажут. Оно выходит уже, блять, через неделю, по-моему. Чего его показывать на презентации? Только как факт того, что оно будет тоже и на PS5? Я хз. Я говорю, через неделю выходит. Так. Чужие подъехали. А что, они вплотную бьют или... Что они делают вообще? Ксеноморфики, блядь. Лит модул. А чё её за графон хвастать? Там движок, скорее всего, Uncharted до 4. Я больше чем уверен. Что-то тот же самый движок. Ау! Сверхъестественного. Ой, там нет. Ведь это же Naughty Dogs. Ничего нет. Чем сячки начну увидеть? О-о-о. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Так. Я тут был? Тут, очевидно, нет. И чё, мы сюда зашли? Блин, ну в принципе они сейчас могут вообще что угодно, блять, показать, серьезно. Просто все, что угодно могут показать. С учетом того, что, ну. Unreal Engine. Пятый. На PS5 будет доступен. Вообще, блять, все, что угодно может быть, нахуй. Все, что угодно, блять. Так, а сюда-то я ходил? Что-то я... Оу. Не ходил. А здесь что-то падает вообще? Ух ты, блядь. Вот ты сука. Бля, патронов дохуя съели. Сика. Да что за закутки такие, блядь? Без патронов, без нихуя. Вот поэтому люди все время и жалуются на эту игру, что под конец вообще патронов нету. Ну их реально нету. У тебя будет какая-нибудь опять комната, в которой 20 патронов лежит? Это контрольный, блядь. Чтоб не стрелять во всех подряд. Так. Сюда. А, ты кто? Отстань. Темно. Зачем они вообще здесь в этой игре? Здесь только туман какой-нибудь будет. Ну действительно будет темно. Но здесь вроде темно нету. Ничего такого. Темноты у нас. Ой, по херу вами. Зачем они нужны здесь? YouTube и Twitch будет презентация. Потрясающе. С YouTube-то попроще будет смотреть, наверное. Там битрейт получишь. Я кто его знает? Это лишнее было. Так, не бери пока. Пойдет ли Twitch? Чем он должен упасть?
Нет, то есть я помню, что на E3 был момент, когда включилась Sony. Трансляция на Ghost of Tsushima. Бля, кстати, она через месяц выходит. Бля, я еще ни Секира не играл, ни Нейох не прошел. Такое, блядь. Эй, Архимон. Что там через месяц выходит? Ghost of Tsushima. Числа 17-го, что ли? Не помню. Ghost of Tsushima. Это такой Секира Ведьмак. Года два назад показывали, знаешь, на E3. Там еще такая боевка, там, типа, значит, стоишь, чувак на тебя делает рывок, такой, чух, нахуй! И чувак упал просто, блядь. Куда еще, блядь? Еще какая-то дуэль начинается, короче, режим, камера перемещается в бок, как будто это какой-то файтинг становится. Я сначала этого не понял, потом кто-то, короче, сказал про это, я такой, бля, действительно похоже на файтинг какой-то. Что за идея такая? Архимон, Архимон! А я сказал. С переводом пришлось мозги ебать. Бля, грунтамер классно. Он это подсказывает, где враги. Не чувствую радости у Архимона за меня. Не рад за меня. Что такое? Так, бля, дробовик кончается, ебать. Ты где? Найсис. Так. А, чёрт. Твою мать. Ух ты, видимо, наверху вправо. Либо влево. Куда сейчас там лучше, ёпта мать. Прямо давай пойдем. Зона большая. Целый ты. Thank you.
Чё-то они больно, да хуя врагов все впихнули. Чё это такое было? О-о-о, давай. Вот этого не хватит нихера. Ой-е! Всех забудоражил нахуй. Что-то есть? Дробовик! Дробовик! Воруй, 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 дробовик! Ту-ту! Ту-ру! Сюда? Твою парочку этих дебилов убьем с этого оружия. Так, чё, как дальше-то лучше? Бля, чё-то всё какое-то запутанное, нахер не поймешь, чё куда. Здесь были, не были. Тут были. Твою мать. Бля, они, сука, они прям намекают, чтобы я здесь огнемет использовал. Но, блядь, у меня места нету. Я не буду же, блин, отстреливать весь арсенал оружия только чтобы огнемет взять. Ну такое. Нахер мне это надо? Так, что сюда лучше? Тут. Домой. С вас оружие не падает никакое? Нет. Не падайте. По красоте. Чего Resident Evil 8 будет? Кто сказал? Капком сказали или какие-то левые чуваки? Что это за звук такой? Что за звук? Непонятно. Это будет, кстати. Да. Пока мне не покажут, что резидент. Вот. Верить в то, что он его покажет, ну это такое. Да это все, блять, ну это все спекуляции же, ну камон. Откуда они могут знать, что это будет там? Да никто, блять, ничего не знает толком. И вот к чему. Да, его, скорее всего, покажут, но... Ну, может, и не покажут. Чё я буду все накручивать то, что его покажут, а его не покажут потом. Я обижусь, сижу. Буду как Кириллиус сидеть. Чё мне орден показали? Я так не хочу. Ну, в любом случае, ну, блядь. Он в разработке. Мы знаем это. Мы знаем, как он называется. Он будет про деревню.
Он будет Сейтаном. Все. Мне что-то еще нужно? Ну, кроме того, что мне надо уже в эту игру поиграть. А что ты телишься-то? Иди садись, проходи, хуй ты. Вот сидит, тянет, кажется, за яйца. Чё, типа, DLC у меня нету, играть не буду? Да ну их нахуй. Все эти DLC, они говно не нужно. О, с своим Assassin's Creed. Ну, в топку. Надоел! Надоел! Так, я выход уже нашел, в принципе. Вау, вау, добрый вечер. Конечно, зря так делаю. Главное, в начале стрима с прыжка, короче, в кадр влететь. И я, короче, сдался, блядь. Так, я уже нашел два... Два, блядь, этих... Огнемета. Три даже огнемета, два бронежилета. Куча трупов. И следующий этаж. Вот. Игра, ты че угораешь? Чего это, блять? Чего это? Ну вот чего это? Чего это? Да похоже. У дерьма на самом деле. Гранаты тратить, ибо, блять, они нахуй не нужны. Все. Бро. Это несуществующее. Блять, что-то 6, наверное, где-то еще. Я хуй знает. Тут что-то вообще криптика пошла какая-то лютая. До этого хоть двери были, теперь вообще дверей даже нет. И вот где тут может быть выход? Просто где? Да, она норм. Она неплохая. Ну, то есть это как бы... Как бы мой первый шутан. Да пофиг. Сильно игру это не портит. С учетом того, что все равно не видишь нихуя впереди, потому что ограниченная область видимости. А вот радарчик вообще полезный. Прям полезный. Thank you.
Ну, раньше не было насрать людям, наверное. Раньше как-то люди пытались на энтузиазме игры делать. А сейчас, блядь. Хуй пойми, чё. Лишь бабла содрать. Поэтому вот. Всякие, короче, там, инди-проекты, прям вообще красота полнейшая. Люди на голом энтузиазме такое делают, блядь, что, блядь, всякие Electronic Arts не могут сделать. Ай, 79, ёпамать. Так, мы идем вот сюда. Ты чё живой-то? Ой-ой. Это было лишнее. Да ты чё? Так, давай сначала сюда. Здесь, скорее всего, либо патрон, либо аптечка что-нибудь лежит. Такое. Блин, я чувствую. Ну да. Same old shit, значит, формула. Когда-то это... Чуваки, короче... Как у них группа называлась? Мега 64? Которые делали пародии на игры. Где чувак, короче, этот... В халате с закрытым лицом, короче, ходил по улицам. Подходил к людям такой... What are you buying? What are you selling? Просто к рандомному людям подходили на улице так. Ебать. Хз, что-то вообще никак не реагирует. Да пусть ждут, чё. Какая разница. Это все равно еще не скоро же будет. Тут вообще что ли врагов нету или чё? Рестар Next. Неужели это та самая игра? Вы же с ума сошли? Я уже который день не играю. Вы чё, хорош? Хорош, я уже который день играю. Алло. Архимон! Дрянь! Почему ты не рад за меня? Ну это перебор. 36 ступеней Шаолиня. Ебать, ты, блядь, придумал. Есть таких старых фильмов. Я ел? Я ел? Ты ел? Приятного аппетита. Почему ты за меня не рад? Я заказал то, что я хотел заказать. Ты за меня не рад? Чё, хваст? Я же еще ничего не получил. Вот получу, похвастаюсь. Угу. Дошло. Дошло, короче, до Архимона, походу, что я заказал. Я точно не смотрел 36 ступеней Шаолиня, потому что я не знаю, что это. Единственные фильмы про Шаолиня, которые я смотрел, это фильмы с Джеки Чаном.
Убойный футбол я смотрел. Но это было давно. Ух, ебать, давно. Нет, не его. Лол. Мне подруг сегодня такая горит. Смотри, какая штука охуенная. Кидает мне картинку, а там, короче, это купальник с Николасом Кейджем, блять. То есть на лифаке, короче, глаза Николаса Кейджа, внизу на трусах его рот. Блять, что? Что это за хуйня? Кто это будет покупать, блять? Ну, это, сука, так элитно выглядит, пиздец. Ой. Хочу фильмографию Самохунга. Выход дракона, в первую очередь. Я на днях говорил про него, я просто не знал, что он постановщик был фильма с Брюсом Ли. Того самого, который один-единственный я смотрел. И он же там и снимается, и он же там и с Джеки Чаном на вторых ролях. Понятно, что Брюс Ли в главной роли, но у них маленькие роли есть там. Первая роль Джеки Чана. Блять, что вообще беда какая-то. Дробовик кончается. Базука кончилась. А что, с них пистолет падает, что ли? Лол. Или нет, подожди. С кого пистолет упал? Слышь, говнари, с кого пистолет упал? Блин, громозек. Не, я ту Vita купил. Ну, не Vita, а с Vita. PlayStation TV, короче. Туалет заставил Ника заскучать. Что? Да нет. Так, ну дело такое. Раз у меня кончили... Ты кто? Раз у меня кончились патроны, может быть, стоит вернуться назад? Выплеть, я вперед пошел, что ли? Лом. Давай вернемся назад, заберем патроны. Так, нет, вот это вот закуточек, вот этот обследуем сейчас по-быстрому. Потом сюда не возвращаться. Это что-то есть, наверное. Поздоровался с Громозекой. Громозек, привет. Муа! Здравствуй. Надеюсь, разберусь с этой Витой. Очень надеюсь. Надеюсь, что он мне, блядь, вообще пошлет. Даже там что-то наркомания какая-то. Да не, у него там реквизит все совпадают с группой ВК. Я просто хуйами, короче. Там у него стоит галочка типа Авито доставка, но он этим не занимается. Так а хули она у тебя стоит тогда? Че? Что за логика-то? Нет, ну ладно. Сказал, реквизит завтра скинет.
Я скриншотик сделал еще. В отделение милиции отнесу. Если что. Да. Насколько далеко мы можем вернуться? Потому что я один этаж пропустил, а дорогу назад я там не помню. С кого патрон пистолета падает, тоже я не помню. Ой, жуть какая, ой, жуть какая. Ну, солдат, по идее, падают, да? Ноцу вроде, но... Ну, то есть там, типа, оперативные, отзывчивые. Бла-бла-бла, что-то какие-то подарки еще даже там дарят. Ну... Короче, в этом плане все нормально. Да и в группе вроде все тоже ок. Ну, сам знаешь, раз на раз не приходится. Так, ищем патроны. Какие угодно, похуй. Что угодно ищем. Вот только жуки были, да? Ну ты меня пугать-то не начинай, слышь, там это, алло. Со своими свечами. Брал он там. Все у меня нормально будет. Я взял все топ. Так, ладно, мы вылечились. Где тут еще, кстати, бронежилет был? Я не помню где. Ну, момент один всегда есть. Какой-то. Продавец опоздал на час. Как неприятно. Скидку сделал. Оплатил шавуху, лол. Это Феодор. Шавуху оплатил, что блять. Ну хоть извинился, тоже бывают эти всякие. Чудо-юды, блядь. Я еще такие вот не люблю вещи. Какое-то что-то где-то, блядь, заказывать онлайн. Хуй знает, придет, не придет, блядь. Ты знаешь, как я соковал, когда, короче, надо было ви прошить. Просто пиздец. Ехать в Москву из моего города на отшиб. Куда-то, блядь, на верхнюю ветку, ну какую-то. Чё там было-то, блядь? Царицын, что ли? Не помню. Куда-то на Царицына, короче. Куда-то посреди, блядь, хуй пойми, сквера какого-то. Встретиться с каким-то рандомным чуваком, который у меня заберет консоль. Хуй знает, прошьет, не прошьет их, блядь. Я не знаю. Бля, это просто... Жопа какая-то. Я приехал, думал, блядь, ну все. Сейчас меня наебут, блядь, останусь я без ви. Он такой пришел, короче.
Ну это там ля-ля-ля-ля-ля, короче. Сейчас все сделаем, все будет нормально, короче. Достал кошелек, дал мне 8к, короче. На руку просто такой говорит, вот, чтобы тебе нормально все было. Я у тебя консоль заберу. Потом, короче, вернусь, ты мне мои деньги отдашь. И сверху еще, короче, это... Типа заплатишь. Ну, за прошивку. Я стою такой. Я вообще не думал, что это так будет. Я просто думал, что я какой-то сейчас ателье приду или что-то типа того. Не, хер-то там. Ну, короче, в итоге он это, ушел на час, что ли. Потом пришел, принес. Все рассказал, показал. Я им денег заплатил, ушел. Единственное, ну, блядь, опять-таки проверить никак не получилось там на месте, потому что, блядь, они к себе никого не водят, потому что, ну, хуй знает. Тоже еще. Не поймешь. Привет, Никита, если не поздоровался. Ну, короче, понять могу. Ну, блин. Все ссыкает. Вдруг он мне деньги не настоящие дал. Я сразу, блядь, проверять на солнце. Я ж такой, блядь, знаешь, это, типа, я прошаренный, блядь. Знаю, как деньги выглядят на солнце, блядь. Я прям пиздец умный, да? Ну, о, просвечиваются, классно, блядь. И чё мне это даёт, я хуй знает. Ну, короче, в итоге все нормально было. У меня прошивка раз 80 слетала. Потому что я дурак, блядь. Ты ж, блядь, не надо в нее диски вставлять и, ну, и запускать их. Официальные. Я такой, дай-ка в резидент поиграю, блядь. Поставил резидент, он мне как, блядь, прошивку обновил, нахуй. Я как, блядь, сел, нахуй, сразу. Чё-то диск вставляю, чё-то не включается ничего. Чё за хуйня-то? А чё случилось-то? Сука, обновил прошивку. Потом сидел, блядь, через левые костыли. Она у меня к моему Wi-Fi не подключается. Я, короче, брал телефон. Через телефон делал точку доступа. От телефона раздавал мобильный интернет, блядь, чтобы Ви его обнаружила. Как Wi-Fi точку, блядь. Какой-то... Ой, через нее уже там что-то обновлял, откатывал. Жопа была, я уже даже не помню, что я делал-то там. Это, короче, дичь полная. Ну я это, починил все нормально. Чё? 16 этаж в 15-этажном доме? Да уж. Ох уж эти странные организации, к которым мы ходим, да, Архимон? Где тут, блядь, выход-то был изначально? Мне хоть какие-то патроны надо замутить. А все патроны на предыдущих этажах валяются. Скорее всего. Ты ж помню, там были солдаты. Так, это куда? Это я вверх поехал или это я вниз поехал? Так, вот этот уровень я скипнул. Точно помню. Так что здесь могут быть враги. О, дробовик. Найс. О, пистолет. Чё? А чё с них не берутся патроны-то? Чё-то ну такое. О.
двухуровневые квартиры, нихуя себе привет. Это что за дома такие, блядь? Чудесады только. Двухуровневые квартиры на последнем этаже. Посраться все. Мажор, какие джубы, поди. Так, вот здесь я кого-то завалил, да. А что у них? У кого-то есть патроны, у кого-то нет? Что за дела? Так, вот здесь должны быть патроны для дробовика, я их оставил специально. Раз, два, три, нормас. Еще есть? Еще броник остался. Ух, ё. Так а чё они без патронов, без ничего? Чё за идиотизм-то? Так, ну ладно, дробовика немного забрали. Так, как я дальше тут шел? Точно не вниз. Так, динамит мне нах не нужен. Так, чё дальше? Вверх. По-моему, вверх я ходил. Или влево. Сейчас проверим. Да, я тут ходил. Чё-то тут на динамит больно сильно. Ну, походу, у каких-то есть, у каких-то нету. Не знаю. Ну, не может же быть такое, что у них оружие пропадает. Я же его не поднимал никак. У трупов я имею в виду. Ух ты, нихуя, винтовка даже, пульс-лазер. Серьезно? Нахуй я это взял сейчас. У какого чувака? У какого чувака? У чувихи. Это женщина. Видишь, секс. Написано. Да. Тебя никто не просит ей вдувать. Хуя ты там. Я не стал вдувать ей. Ну да ладно тебе. О, черт. Ху-ху. Она б тебе сама вдула, блядь. Нормально. Ой. Такие вообще, короче, бескультурные. Ужас. Так, ну это все уже, да? Дальше сомневаюсь, что там что-то было из оружия или еще что-то типа того.
Давай, сколько я там этажей очистил? 1, 2. Давай почистим это. Тогда бьем уж. Я, конечно, зря думаю, что это хорошая идея. В общем, черт не шусть. Окей. Не, у них реально что, оружие пропадает или что? Так, с лазером побегаем чуть-чуть. Так, я не беру его пока, подожди. Запомним эту комнату. В ней есть пульс-лазер. Замечательно. Это варзай. Чётчик. Чётчик. Чего? Чё, только с одной стороны, чувак был? Всё. За странность такая. Так, значит, здесь какое-то большое что-то. Нормально. Блэд. Так, нет, стоп, подожди, не хочу. Давай сюда сначала. Привет, Шаган, если не поздоровался. Привет, здравствуй. Так, давай сюда. Да. Типичная чайка и граната. Какое имущество угнали? Чё? Чё? Чё я знаю, случилось? Они не могут пройти, что ли? Ну, лови тогда, ёпт хули. Пилос, кстати, ты уволен. Нормально. Да ебамать. Я не хочу брать это сейчас. Ну, блин, 2 патрона. Вот теперь можно. Okay,
А чё, в эту игру нельзя по сетке играть? Разве? Вроде же можно. Так, ясно, понятно, блядь. Накликали боссмана, ёпта мать. Чё творят? Нихуя, вот это запас. Да я тебе говорю, он люркерит все время сидит здесь в начале стрима. Не грусти, мармеладка. Я не понимаю, что ты мне скинул. Просто две фотографии. Стул, стол, все. И что я должен с этого понять? Это обновка? Окей. Поздравляю с обновкой. Хорошо. А-а-а! Господи, я-то думал, у тебя что-то, блядь, украли, реально. Кот кресло украл, ёб твою мать. Он его обживает. Завтра он его будет обдирать. Да-да-да-да-да. Украл сердечко. Чик, ты вор! А чё я украл? Моё сердечко. А вот зай красавица! Мя! Какой странный поцелуй. Так, это будет. Бугага. Так, окей. Много патронов для пистолета. Потрясающе. Потрясающе. Точно украл? Да. Это будет плохо, блядь. Воруй. Если мне здесь не дадут аптечку, я обижусь. Спасибо. Ну, нормально.
5 врагов осталось? А где? Ёб твою мать. Где они могут остаться? Сибархимон, за выделенное сообщение. То есть не здесь. А, блядь. А что тут осталось? Забыл. Лазер? Да, лазер. Окей. Лазер там и тут. Так, 5 врагов. Ну, здесь я явно всех убил. Нет, я лучше этим постреляю, чтобы мне сюда потом не возвращаться, а то это слишком далеко. Игры. Причем здесь каламит. Что-то где-то вот тут, короче, мне кажется, кто-то остался. Какие-то 5 чуваков. Да уж. Те еще флешбеки, блять, вьетнамские. Дарк Соулс, блядь. С этого не до DLC. Босс, твои новости в последнее время звучат примерно как новости от Капкома. Капком наконец-то, знаете, что сделали? Название игр в Стиме переименовали. Это у них какие-то игры, короче, чисто с большой буквы. Какие-то, знаешь, заглавная большая, все остальное маленькое. Где-то написано Resident Evil Biohazard. А теперь везде, короче, Resident Evil написано. Вау! Не прошло и года. Прям молодцы. Да. Красавчики. Так я тут-то все сделал. Я тут где огонь был, да? Но зачем? Ну, они примерно как я. Иногда бывают. Я у себя в таблице. Мне нравится порядок. Я часа 3 потратил на то, чтобы взять просто короче, все игры, которые я прошел, написать с большой буквы. Часа 3 на это потратил. Пиздец. Не, меньше. 2. Я проходил Dino Crisis 3 на стриме. И он ебанутый. Но неплохой. Как все говорят. Мне кажется, я знаю, где я не был здесь, где эти 5 чуваков остались. Все, мне кажется, прочувствовал момент. Мы идем сюда. Что-то я пытался туда попасть изначально. Что-то я, короче, заблудился, походу. А как туда попасть-то вообще? А, надо направо? Окей. Чикаверт? Что? Это как интроверт, только чика. Не стоит время тратить, короче.
Что значит тратить? У тебя есть Xbox оригинальный? Потому что других вариантов поиграть в эту игру просто нет. Так, будь здесь, пожалуйста. Потому что если ты не здесь, я в душе не ебу, где ты. Да, GG. Блять, я тут смотрел. Я тут всех убивал. Че за хуйня-то? А где ж ты, да, последние пятеро? Чё-то я не улавливаю. Да мать твою, слышь, игра. Тут никого нет. Чё? Мне понравилась игра. Но я не подходил к игре, как минимум, сознаниями того, что есть Динокризис 1, Динокризис 2. Потому что это хуевая идея. О, бля, там все не так, ой, тут все не то. О, говно игра сразу, все. 10 минут поиграю и заброшу. Ну такое. Игра там норм. Просто ей надо шанс дать. А не писать мне на ютубе, короче, под видосом. Господи, какая же эта игра говно. Каждый второй комментарий. Просто к Динокризису. Чё это изменит? То, что ты написал комментарий, что игра говно. Да абсолютно ничего. Зачем ты это смотришь, если тебе это не нравится? Что? Что за люди? Да, комментарии на ютубе, это, наверное... Мне третий день уже чувак, короче, пишет под каждым видосом. Wanna be a friend? Да. Угу. Заблокировать пользователя. Где фильм «Козлы»? Чё? Ты опять со своими этими? У меня такое ощущение, что ты там, короче, это... Под видосом просто... Под своим... Еще картинку сделал. Тень не исчезает в пол. Ты так, что ли, сделал? Секира картинка. А зачем люди... Блять, люди настолько тупые, что не пойму. Кошмар. Для тех, кто не понимает, что происходит. Райс, короче, играл в Секира. Назвал трансляцию «Тени исчезают в полдень». И потом с тем же названием выложил на YouTube. Ему под каждым видео прилетают, короче, негативные отзывы, что фильм не хотят люди посмотреть на ютубе, а попадают на Секира. Понимаешь? Там по дизлайков ёбаная гора. Ну это просто, ну это бред какой-то. Люди на ютубе пытаются найти фильм. Что? Я, блядь, до такой глупости никогда в жизни не додумаюсь. Искать фильм на ютубе. Да, вот еще бы парадоху, да, бы на ютубе мы искали бы. Где долбанные 5 врагов? Не, ну это писос.
Что? Где они? Неужели внизу где-то я их проебал? Слева. Да не может быть такого. Да ну что за дичь-то? Дайте мне уже уйти с этого уровня-то. Закрыл их? Правильно. Смех смехом. Но идиоты никуда не делись. Мне уже, короче, надо уже это TNT найти играть. Я все никак из Zero Tolerance уйти не могу. Что хер пойми, где, блядь, этот, эти пять врагов. Почему я их не могу найти? В идеале я бы потратил в огнетушитель. Блять, так рисково. Где тут был радар? Не помню. Так, ладно, пока не тратить. Погнали. Причем чем быстрее, тем лучше. Ибо я в душе не ебу, где эти враги тут. Как будто я, блять, в одну комнату в какую-то не вошел. Я тебе говорил, как будто в одну комнату не вошел, и все. И потерялись, блядь. А чё, подожди, если сесть, то тебя не дамажат, что ли? От гранаты. Серьезно? Ну я яблоки ела. Что за хуйня произошла только что? Так, ну ладно. Нет, мы его сегодня не пройдем. Так, а что это за штука была? Бля, я не найду, сейчас не помню. Но мы уже близки к концу игры на самом деле. Но еще недостаточно близко. Не сюда. А, черт.
Не, ну я, допустим, блин, как даже и не думал об этом, что можно просто пригнуться и тебя не будет дамажить от гранаты. Мне как-то проще, знаешь, отойти назад, подальше и все. Как даже не в... Ебать, игра продуманная, ты посмотри. Пригнуться. Вот это да. Так, ладно, следующий этаж. А. Оу. Окей. Я тут уже всех убил. Хорошо. А где выход? Это какой-то что? А тут какой был? Мы ниже идем или выше идем? Что происходит? Basement 2. А что ты мне покажешь 24? Это тут врагов нету или на следующем этаже врагов нет? Чё? Просто вперед, вперед, вперед. Теперь куда? Направо. Что ты пишешь? Floor Secure тоже здесь написано. Типа Basement 3 пароль есть. Так, ну-ка. Я просто не помню, где тут. Чудо. О, вот эту хуйню хотел записать. Что это такое? Окей, что это такое? Фонарик! Ты ебанулся, игра. Я ради фонарика потратил мину. Хорош ты топич, игра просто. Фонарик. Ты посмотри, как он помогает. Вау. Вот это графен. Вау. Я даже не помню, что здесь фонарик-то есть. Ё-моё. Ты, мать твою, где выход? Так, мы пришли. Окей. Лево вверх. Хорошо. Ну я добегу до того этажа, где мы должны сейчас находиться. И на этом закончим с игрой на сегодня. Ну фонарик зато посмотрим. Смотри, какой шикос какой. Я просто, у меня такой череп темный. На нем, блядь, не видно нихуя этого фонарика. Кошмар. Ну просто в игре вообще ничего не видно. Ужас. Как пройти-то, что-то не пойму. А, вот тут налево. Ладно. Пойдем. Здесь куда? Вправо. Я надеюсь, огнемет сейчас не понадобится. Или, вернее, не огнемет, а огнетушитель. Огнемет я возьму. Огнемет я возьму. Почему нет? Да, будет, конечно. Ну, если она не закончится, сейчас ночь. Тогда точно не будет. Окей, огнемет. Вверх-вверх. До тупика, влево. Я очень надеюсь, что я здесь всех убил. И это показывается просто датчик следующего этажа. Очень это надеюсь. Floor not secured. Вот. Да, ну. Сейчас кого-нибудь найдем.
Чпонькнем его. Разочек. О, здесь дробовик даже есть. О. Как-то я невнимательно здесь ходил, походу. Хотя, может, я просто вошел, начал, блядь, стрелять во все стороны. Да, это тот этаж. О! Так, ладно. Фаджи. Вернусь к началу уровня. А то потеряюсь. Так, вот.